Опять четверг, и депрессия снова с нами. Ох да, сегодня у нас потрясающие события в Наруто Онлайн. Давайте с ними познакомимся. Встречает нас возврат за платежи. 20 тысяч слитков и наш Какаши Сусаны. Золотая сферка. Дальше что у нас? Снова донатеры. Опять же, донатим, но на 3 дня. И нам начинают давать фрагменты Ибуса. Это новый сумон. В мультике он был как Саламандра у Ханза. Но здесь что-то мало фрагментов у него. Смотрим дальше. Опять же для донатеров. Расходуем слитки 16 тысяч. Получаем опять же фрагменты Ибусу. И если я правильно посчитал, то за все события, которые сейчас есть, мы не сможем его нанять. Непонятно, зачем они так сделали. То есть, ну, фрагменты есть, но мы не соберем 80. И опять же тут Данза, и мы его тоже не соберем. То есть, если я правильно считал, 69. И опять же сферка. То есть обещали фри-ту-плейщикам сферы, чтобы как-то понизить тот разрыв из-за ключей. Но они продолжают пихать их только в донат события. Очень интересная тактика. Они говорили, что мы все продумали, у нас есть план. Плана, походу, нет. Рулеточка, колесо фортуны. Какаши Сусаны, кто-то уже достал с бесплатки. Также вели прорывы, эксперименты на Гакито, по-моему, поэтому здесь фрагменты. Зачем сюда засунули Нарика, не очень понятно, он бесполезен. Покрутим рулеточку, помутали два листика, отлично. Возврат за глифы, вот. Вот то событие, которое мы все ждали. Хаширамы нету, теперь у нас тут случайная награда. Высшие сенсы, 3 пилюльки, 6 опциональных амулетов снаряжения, то есть это 300 будет на слот, который мы выберем, и 3 подарка с красной чакрой. За 2000 нам дают одну золотую сферу, так что крутить, скорее всего, будет 2100, чтобы забрать гарантированную сферу и 2 раза забрать коробку. Ну, будем надеяться, что нам упадут опциональные амулеты или высшие сенсы. Пилюли и красные чакры — это полный мусор. Надеюсь, я их не получу. Опять же, очень странный способ, чтобы сократить разрыв за счет тех ключей. По-моему, работает все в противоположную сторону. Дальше у нас временный сундук ниндзя. Что у нас тут? Какузу, листики. Дейдара не актуален, Сай нахер не нужен. Нахрен контакт призыва здесь. Листиков мы все, наверное, 50 заберем. Больше брать здесь абсолютно нечего. Ярмарка. Ярмарку я вкратце просмотрел. Что самое интересное, здесь нету ключей грота. То есть сейчас события на возврат ключей, но ключи грота мы купить не можем. Странная у них опять же тактика. То есть опять же ребейт, и мы ничего не можем купить. Возможно, добавят, как всегда, чуть позже, как на прошлой неделе были с точками. Также поменяли здесь награды. Теперь у нас тут фрагмент Цунады 5 Хокаге. Лучше бы, конечно, вставляли Итачи Сусана. Так, 4 Райкаге, это хорошо. Вот это, конечно, полный трэш. Тут был фраг Конан, который стоит 200 купонов. А теперь тут награда коробка, которая стоит 125 купонов за 4 буквы. Бля, ну они с каждым разом считают все лучше и лучше. И здесь раньше была коробка за 125, теперь здесь точка за 38, блядь. Опять не в ту сторону считают. Я, наверное, даже твинков заводить не буду на этой неделе. Это какой-то вообще мега проеб. Дальше у нас идет. Ну, межсерверная закупка. Опять же, донатский эвент. Да, да, еще больше. Надо больше донатской хуеты, чтобы фри-то-плей игроки радовались жизни. Мобилизация. Забираем наградки. Что тут? Ну, есть листики. Ну, заберем листики, заберем один свиток, наверное, как-то и все. Так, временный магазин очков. Опять же, старый неактуальный Шираму Сенджу. Минато Хокаге добавили. Видно, по просьбам игроков, чтобы его кто хотел, тот дособирал, потому что давно его не было. Бесполезный камень тайн. Итачи, наверное, актуален только для новых серверов, потому что все старые уже давно его поимели. Пара энергетиков и точек. Ну, можно брать или точки, энергетики, кому что больше нравится. Также не забываем, что затрату слитков нам дают одно очко. То есть, опять же, донатеры могут дособирать. Правда, не знаю, что они тут будут собирать.
уже вроде это у всех есть, какие-то бесполезные награды. Ну, ритуал изгнания, превращаемся в котейку, изгоняем, лутаем 6 коробочек, ничего интересного, ничего нового. И, собственно, походу все. Неделя, честно говоря, опять же тухленькая. Улучшение игры рамен. Теперь они везде пихают рамен, да. Очень важные изменения. Довольно посредственная неделька. Только покрутить ключи грота и надеяться, что вам не упадет красная чакра. И все. Всем спасибо, кто был с нами. Всем удачи. Всем пока.